рубрика. Я придумал, что мне очень прям... Так, где тут запись? Прям очень не хватает света в картинке, в кадре. И уверенности, что меня будет хорошо слышно. Рубрики. Должны быть рубрики для того, чтобы я каждый день знал, о чем рассказываю, и гнуть какую-то линию. То, что сейчас у меня рубрик нету. Сейчас рубрик не было до сегодня, потому как я впрыгнул в сериал по простой формуле. Делай просто, просто делай. И решил, что буду делать, а там по ходу разберемся. И вот оно нормально получается. Понятно, что вначале сумбурность была, какой-то хаос, и сейчас будет это структурироваться. Слушаем дальше. Вот будет рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». По поводу «Чей блокчейн?» Я помню вопрос, я расскажу, чей блокчейн, когда будут какие-то новости про блокчейн. По поводу TikTok. У меня столько сейчас надо во всякие штуки постить. Прям очень много. Все вот эти криптоблоги. Steam, Hive, Голос. DTube этот. DTube, децентрализованный YouTube. И это занимает часть времени. И я не знаю, что мне на TikTok делать, о чем я там, не знаю пока. Я здесь, видишь, тема сейчас только вот думаю над каким-то содержанием структурированным. Потому как у меня, скажем так, цель очень большая и многогранная. Цель, если кто забыл, то называется «Новый мировой порядок». Да, придумал название для реалити-сериала. «Новый мировой порядок». Вот так и будет звучать. Прикинь. И получается, что под названием «Новый мировой порядок» будет еще и некоторая история, просто бытовая, моя личная. И это мне не очень нравится. Не очень нравится, потому как просто название «Новый мировой порядок» не говорит о том, что будет еще и история про личность, личная история, то есть про меня. Но я это уже только что вот прям придумал, как исправить. Ты можешь посмотреть, как называется этот ролик, и все поймешь. Прикинь. Это я по поводу содержания. Поэтому я не придумал, что для ТикТока сейчас делать, чтобы что-то было прямо для него и в каком формате, в этом коротком. Потому как видео у меня длинное. Но мысль интересная, идея, отложим ее пока на полочку. И следующий вопрос, за который я очень благодарен, по поводу Патреона от Антона, что, а где гарантии того, что контент будет каждый день? Ты же каждый день обещаешь. И я подумал, что да, слушай, каждый день, вот вчера я, например, на Патреоне ничего не выложил, потому как прям какого-то откровения не было рассказать. Интересность какую-то именно для Патреона. А просто что-то выдумать, я вечером что-то там навыдумал, ну это какое-то такое чушь. Поэтому по поводу каждодневного контента, хорошо, что подписчиков пока нет, платных. Поэтому правило, мне это не нравится, я его меняю. Будет не каждый день, но регулярно. Раз в неделю точно. Вот. Но, скорее всего, будет больше. Есть идеи, как делать все-таки для Патреона, для подписчиков с Патреона, контент каждодневный. Но идею еще надо додумать и потом уже на обозрение публики предоставить. Сегодня, кстати, по поводу Патреона. Купил сегодня подписку. Первый раз что-то купил на Патреоне. Какую-то подписку. Это подписка на, слушай сюда, Юрия Бардаша. Ты что, заплатил доллар? В общем, за доллар я кайфанул именно вообще, как я не знаю, как за 50, как за 20. Крутой у него там пилотный выпуск и еще несколько видео. Только пилотный выпуск глянул и прямой эфир. Вот пилотный выпуск я посмотрел два раза. Пилотный выпуск, передача «Слушай сюда». И первый гость некий Нико.
Я посмотрел один раз, ты что, я там, ого, вот это да, на 7 минут идет передача. Вот это ты что думаешь, Ир? И сразу же поставил, еще раз посмотрел я. Еще раз кайфанул, круто он сделал. И теперь я понимаю, что, слушай, вот у него $1, и у меня $1. Это совсем как бы разные продукты получаешь. Понятное дело, что у него там немного другой контент, немного другие цели. Но есть к чему, есть вот это, контраст я этот поймал, надо делать прям, чтобы тоже было очень-очень хорошо, качественно, шик, блеск, красота. Вот. И ушел я опять со света. На сегодня новости такие, будет рубрика, не скажу, какая же придумал. Вот когда выйдет, вот тогда и название узнаешь. И каждодневные штуки, я еще выделил, что у меня есть кусок каждодневных ритуалов, так сказать, с этим контентом, что его надо загрузить, запостить, распостить туда-сюда. Много куда его надо запостить, поэтому плюс еще челлендж. Это видео туда пойдет, в этот чат, там, где у меня челлендж по ораторскому искусству. И печать обучения. В общем, у меня есть пакет каждодневных дней, дел. Опять со света ушел. Красный нос. И которые надо прям придумать расписание дня, что я буду выполнять, и какой-то чек-лист на каждый день придумать, чтобы он сам размножался каждый день, а я оставил только плюсики, что я выполнил. Вот. В общем, день сегодняшний был организации и составления. Да что ж такое, опять свет. Организация, в общем, своих вот этих дел. Организация, придумания названия, придумания рубрики. И во времени это как-то надо совместить, чтобы я понимал свой распорядок дня. Вот. До новых встреч, увидимся завтра. Потерялся, что происходит. Да.